Тимур Муханов. Замах. Обманка какая. И бросок. И это гол. Как же исполнил блестящий Муханов. Эту атаку Мирошниченко. Муханов. 15 секунд. 10 даже секунд до появления Решетько. Бросок Муханова. 3-2. Счет становится. И под перекладину Тимура. Я бы отметил именно нашу команду. Потому что у подопечных Сергея Стаси очень четко сыграли. И еще момент. И, к сожалению, юниорская сборная России выходит вперед. Муханов забрасывает. Здорово все получилось. Встретили Едыкина. Муханов 1-1. Муханов 3-3. Тимур Муханов. Невероятная по красоте шайба. Восстанавливает равновесие. А звено с Бутом, Недопекиным или иным гораздо больше. Артем Кудашов направо. Бросок. И это гол. Возможно подставление. Возможно прямой бросок. Александр. Побежал в сторону скамейки запасных. Гуляев вместо него выходит. А мячи на скорости в атаке. Бросок! Муханов 5-0! Тимур Муханов. Вторая шайба во всероссийском. Опасно был там Максим Махлин. Здорово сыграл. Я без шайбы у Максима Моторыгина. Еще один момент. Еще бросок и шайба в воротах. Вот вам, пожалуйста. Тимур Муханов отличился. Первая шайба. Напугал соперника и отдал резкую передачу. За воротами шайба. Муханов и все-таки открывает он счет, но близок был Тимур Муханов голом в это. Бросает поворот. Бросок и 2-0. 2-0, 8 секунд. Оставалось Силаеву. Передача в центр. Опаснейший момент. И шайба в воротах. Немножко просчитались тольяттинцы. Да, ну и смотрите, хватило-то всего ничего омским хоккеистам, чтобы реализовать. Проходит и в борьбе новосибирцы втроем здесь. Шайбу вроде забрали. Муханов, бросок, 4-1, счет становится. И Тимур Муханов. Вот и фланг. Получает пас Александр, подключает Муханова. Тимур бросил от перекладины. 3-0. Реализовано первое же большинство хозяевами. Времени на атаку сходу не будет. Кадыров здесь приобнял так Люку. А вот Вячеслав Малов. Пас, бросок и 2-1. Муханов в равных составах уже. За подбор за Казачком. Кстати, меняются постепенно игроки мячей. Перфилев ушел, Казачок на льду. Муханов забрасывает третью. И второе большинство. Получается сейчас юниорской сборной России. Но вот здесь такой заброс. Но, прямо скажем, не самый лучший от Зайцева. Но есть бросок. И есть первая заброшенная шайба. 0-1. Сборная России выходит вперед. Мы понимаем, что забрал. А у нас, кстати, это Литвинов. Да, все в порядке. С 12 номером он появляется на льду. А, еще одна передача. Есть бросок. 1-5. Тимур Муханов оформляет дубль. Да, попадает просто прекрасно. Часть от Вербицкого, но бросок, наверное, не самый акцентированный 4-го номера. Возможно, это была передача. Вот такая еще момент. Бросок и 0-1. 0-1. Сборная России выходит вперед. Все гениальное просто. То есть забраться. И сохранил шайбу в зоне атаки. Ромакер, снова Муханов. Бросил под перекладину с рикошетом от нее. 1-0 счет становится. Здесь вовремя свою клюшку подставил наконечник. Атака у Ястребов. Муханов разложил Заврагина. 4-0. И чуть было не разнес свою клюшку. Шайбу, попытка затем еще и подскочившая от голкипера попасть. Перфилев стучит по льду. Голкипер Ястребов. Бросок 4-1. Муханов с дальнего пятака все-таки реализует большинство. Муханов у мячей. И тоже на фланг, куда и Хворов смещается. Правда, не так уж глубоко. Разложил Подлипаева. 2-1 счет становится. Крыть борт Анатолий Чернов. Но шайба уходит благодаря омским Ястребам на противоположные фланги. И первый бросок. Гол! Ошибается в воротах Никита Русаков. И шаг направо. Открывается Иван Новокшонов. И дальше выход 1-1 с голкипером. Гол. 3-0. Авангард пока просто не остановился.
удачу. Вячеславу Малову здесь не дал соперник добраться до шайбы. А Сердюк ее перехватил. Пас на пятачок. 1-1 Муханов. Красиво разыграли. И сейчас Вячеслав Малов. Новая атака Ястребов. Бросок и гол. И, похоже, был гол. Арбитр показывает, да, гол был с нулевого угла практически. Передачи, но пока он не заигран в этой схеме. Фигурин шайбой. Передача на Муханова. Бросок. И шайба залетает. Шайба залетает в ворота. Не успел. Контратака от мячей. Муханов на Громова. Громов, и это гол! Защитником. И в прошлом чемпионате МХЛ Ястребы стали одной из лучших команд, в том числе потому, что совершили открытие плей-офф. Но это уже восьмая шайба, которая влетает, я так понимаю. Дальше в борьбу была, и сложно там, конечно, Козлову было до шайбы добраться. Муханов на партнера. Фаткулин из-под защитника. И Фаткулин какую кладет! 2-1! Муханов. Передача на партнера. Хворов. И вот это классно. И Омский. И все-таки шайба оказывается в воротах. Шайба вышла из зоны. Это может быть опасным. Муханов шайбой. Пас. Ох, и шайба в воротах. Вячеслав разворачивается в противоположном направлении. Хворов пропихнул шайбу дальше. Муханов пас. Вячеслав Малов бросок. 4-1. Активные. Но не хватает еще энергетики от болельщиков Динамо. Братцы, у вас команда пока уступает две шайбы. И не форсирует события. Данила отдавал вперед. Пас направо. Гол. Бросок в касании. Шикарный. Появится на льду. Кстати, как вариант. А пока Тимур Муханов. Красивейшая передача. И Трикозов в ближний угол. Муханов. Перфильев. Бросил. И 4-0. На ворота Чувилина. А вот сейчас это может быть. Смотри, тут вообще 3 в 0. Ну и гол, конечно. Но это было мимо. Еще одна контратака. Ястребов в меньшинстве. Продолжается она. И раскатали. Раскатали.